Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, но не в обычный Майнкрафт, а в серию, где я сегодня буду искать новые способы, новые ловушки, как можно затроллить нашего Евгения в следующих сериях троллинга. Потому что мы уже исчерпали все идеи, мы уже даже не знаем, чем и как можно затроллить друг друга. Поэтому сегодня, ребята, я вам покажу новые способы. Какие? Вы узнаете на протяжении всей серии, поэтому не выключайте видос. Но перед этим, ребята, поставьте огромный палец вверх на вот этот видос. Я обещаю то, что как только мы с вами наберем 15 тысяч лайков, то я сразу же в описании выложу команды на торнадо, метеориты, ураганы, дождь с градами, многое другое. Вот это вы все сможете сделать в обычном Майнкрафте без модов. 15 тысяч лайков, вы поймете, как это делается. И перед этим всем я хотел бы сделать, ребята, для вас небольшое объявление. Я хочу сделать приятное и вам, и также, чтобы вы сделали приятное мне. Сегодня, то есть вот сейчас, когда вышел вот этот ролик, я буду проводить лайк-тайм в своем инстаграме. То есть каждый из вас может получить от меня лайк. Все, что вам нужно, это просто зайти и подписаться на мой инстаграм. Да, я сразу же вам поставлю лайк на ваши фоточки в инстаграме. У кого нет инстаграма, быстренько бегите и создавайте. У всех есть возможность прямо сегодня получить от меня лайк. Ссылочку на мой инстаграм вы можете найти в описании под этим роликом. Пролистайте чуть ниже, и вот там будет сразу первая ссылочка. Нажимайте, переходите. Подписывайтесь и сразу же получайте от меня лайк в инстаграме. Мы делаем приятное друг другу. Вы подписывайтесь на меня, а я сразу же ставлю вам лайки. Поэтому не ленитесь, быстренько бегите, подписывайтесь, а мне будет очень приятно. Лайки буду ставить на протяжении всего дня, поэтому бегом. Жека! Жек! Я ты лайкишь, иди сюда, подожди, не надо вот это. Так, что там уже строить, придурок, а? Обычный Жека. Самый натуральный Жека, который везде строит писюн. А, если ты тут, ты привет, где? Да. А ты в воде решил построить писюн, да? Да. Прикольно, прикольно. Хорошо, в общем, Жека. Тебе нравится? Очень нравится. Вот за это сегодня мы тебя будем и ругать. Новыми способами для троллинга. Иди сюда. За что меня ругать? Я всего лишь построю. Да, всего лишь в каждой серии троллинга ты писюн строишь. Хорошо, иди сюда. Ну, хорошо, в общем, хорошо, давай. Евгений, я тут придумал 8 новых способов, как тебя можно будет затроллить в сериях троллинга, понимаешь? Да у тебя ничего не получится, конечно. Может, я писюны пойду построю? Не-не-не-не-не, потому что мы уже исчерпали все свои идеи. Ну, не надо, успокойся. Хорошо. Хотя бы строй в воде там, где никто не видит, хорошо? А вот тут не надо. В общем, хорошо. Давай, начнем с самого простенького. Я тебя затроллю тем, то что включу дождь с градом, который просто тебе будет хреначить по голове. Ну ты прикинь, карта троллинга, где просто дождь и с неба град падает. Прикинь такое? Прикинул? Ну хорошо. Мне кажется, я не затроллюсь. Да, ну хорошо. Ты давай ставь вот тут спаунпоинт. Да не надо уже эти писюны строить! Хорошо. Это мини-писюн. Да, хорошо. Спаунпоинт поставил. В общем, давай мы начинаем с самого простенького. Давай. Твой писюн, да? Короче, стой вот тут, стой вот тут. И готов ли ты увидеть такое в обычном Майнкрафте? Вообще, без модов. Смотри. Я не то включил, Жека, не то... Ты не то включил, а мне что делать теперь? А что тебе делать? Я случайно... Это не дождь с градом, Это не дождь с градом, я случайно землетрясение включил. Телепортируюсь, я пауэрпоинт поставил. Ну все, телепортируйся. Ой, Жека, ты был готов к такому? Был готов? Нет, оно за мной преследует. Да, все, оно уже успокоилось вроде. Не, оно трясется, конечно, целый экран. Да ты иди сюда. Смотри, как трясется прикольно. Смотри, оно сейчас там твой писюн разрушит. Нет, мой писюн! В общем, да, я что-то не то... Вот ты дебил, конечно. Вот ты дебил. Я случайно не то тыкнул, случайно тыкнул на землетрясение. Но ничего страшного. Потому что после землетрясения я... Да иди ты сюда! Да пол прорвался! Так, все. Он успокоится, не успокоится? Нам надо немного отлететь, потому что это какое-то бесконечное землетрясение. А после землетрясения, Жека, знаешь, что у нас идет? После землетрясения. Что? Я тебя буду троллить? После землетрясения у нас идет извержение вулкана. Вулкана-извержение. Может, не надо? Мне этого похватило. Да почему не надо? Вот. Я затроллил? Да что ты делаешь? Извержение вулкана сейчас просто будет. Просто лава какая-то. А, ну ты подожди. Ты не видишь то, что вокруг все происходит? Что-то много всего странного. Не видишь? Да просто лава, ничего страшного. Это просто лава. Да, я согласен, то, что тут прям ничего такого необычного нету, но... Хорошо. Обсидиан появился. Мы будем портал в ад строить?
Да. Нет, не надо. Ах ты ж зараза! Тебе повезло то, что тут вода была. Ну хорошо, хорошо. Да. Это такое небольшое извержение вулкана. Как ты видишь, много всего необычного происходит вокруг, да? Да. Я жив, это самое главное. Это самое главное, это хорошо, да. Ладно, будем переходить к уже пожестчему. Сейчас я тебе, кстати, как раз таки покажу дождь с градом. Поэтому пошли, иди сюда. Иди сюда. Пойдем. Иди сюда. В общем, становись вот тут, становись. Встал? Стой. А, трясет меня! Опять трясет, да что так трясет до сих пор? Землетрясение, все! Конец света! Вот, не, это извержение вулкана было, смотри. А все да? Это... да, это вулкан строится, мне кажется, или что-то такое. Ладно, неважно, иди сюда. Иди сюда. Что это такое? Да ты под град становись, под град, он тебя не тронет, он тебя бить даже не будет. Да? Да. Ну, хорошо. Да ничего не будет, просто обычные льдишки, льдинки падают. Да и все. И все, ничего необычного, ничего необычного. Понимаешь? Твою бабушку вот ты, вот ты прикинь, есть такое будет у нас в серии Майнкрафта, когда тебе на небо блоки льда будут сыпаться. Из неба, на голову. Убери, не надо, хватит. Да, оно даже не, оно даже не бьет Джека, мне так кажется, вот смотри. Меня ударило вроде. Ничего страшного, типа, вот видишь, падает и падает. Не, оно вроде должно быть. А! Не-не-не-не-не-не, хорошо, хорошо. Я не буду. Маленько бьет, да, на три сердечка, но... Мне кажется, это как раз таки самое изи. Сейчас будет начинаться самая большая дичь. А, да не умирай, ты не умирай! Давай отойдем. Иди сюда. Что, Евгений? Смотри, домики, это мои домики, мои. Мы нашли тебе домик. Ты забегай, живи, тут все будет нормально, да? Хороший домик. Хороший такой домик, да? Да, хороший, да. А что будет в случае, если на этот домик обрушится торнадо? Домик сможет выдержать торнадо или нет? Да, сможет. Мне тоже интересно. Куда? Мне тоже интересно, на самом деле, сможет ли он выдержать. А ты где, Жека, ты где? Я умер, я лечу! Я летаю! Где ты, куда ты летишь? А ты летал в торнадо? Я в торнадо. А тебя прям засасывает, да, как я понимаю? Ты понимаешь, я ничего не могу сделать, меня под... Ты пехайся! Я умираю, как ты полетай, ты полетай в торнадо, давай! Ага. То есть ты сказал то, что твой домик выдержит, да? Ничего он не выдержит. Почти ну, выдержал. Почти выдержал. Ну хорошо. Ну торнадо это еще изи. Но давай ты возьмешь такой крепкий. Ты пехни сюда, Жека, ты пехнись. Иди сюда. Сейчас. Давай. Нужен домик такой побольше домик. Допустим, вот этот, да? Типа нормальный домик или какой-то вот тут другой. Давай вот сюда, иди сюда. Ты где? Давай вот так. Этот. Хороший домик такой, да? Красивый. Вот этот, хорошо. Нравится, да, вроде? Прикольный такой домик. Вот тут да. Еще есть Кирилл и Иван. Да, это хорошо. А что в случае, если... А что такие звуки? А что в случае, если начнется апокалипсис, а? Какой нафиг апокалипсис? Апокалипсис! Апокалипсис начнется! Жек, вы понимаешь? А если метеориты начнут падать, что ты будешь делать, а? Я пошел, убегу. Вот представляешь, какую херню в нашей серии троллики? Ты там случайно не репнулся случайно, не? Все нормально? Да, уже не один раз. Все нормально, да. Ну, была деревня, и, ну, она и осталась, да. Немного покоцанная, но все же. Нормальная деревня. Ладно, давай приступим к следующему. Ты что там, ты опять там, да, что-то строишь под водой? Нет. А хорошо, ну ты понимаешь то, что я уже как бы... Давно знаю то, что ты любишь писюны везде строить. Ты прикинь, если будет играть тут обычные игроки, он просто зайдет в мир и увидит под водой вот такие необычные писюны. Представляешь, какая-то... Так это специально для него, это чтобы он такой зашел, нифига себе, что в Майнкрафте бывает. Самая необычная постройка, да, в мире, типа, писюн, откуда он-то появился, да, из шерсти. Вот я для этого и строю, А что если... Жека, ну иди сюда, а что если снежная буря? Какая нафиг снежная буря? Пустыня, снежная буря. Я ничего не вижу. Вот именно, потому что это снежная буря. И что ты будешь делать, куда ты будешь бежать? Я не знаю, это на самом деле очень странно, когда в пустыне снежная буря, ну ладно, я убегаю. Вот именно. Я согласен с этим, то, что снежная буря в пустыне, это очень странно. Но... Апокалипсис. А ты где? Ни хрена себе тут снега навалило. А ты где, Жека, ты где? Я убегаю. А после снежной бури, знаешь, какая хрень начинается? Вот смотри. Какая? Что это такое? Вот смотри, что начинается. Вот давай попробуй от этого убежать. Попробуй.
Я убегаю! Ну ты давай, давай, давай! Только писюны не строй, не строй писюны. Давай, убегай, убегай! От такого ты сможешь убежать? Пол здоровья! Давай, 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 беги! А если еще раз? Нет! Да ты ТП-хай, все, тебя больше никто бить не будет, я тебе обещаю, ТП-хайся. Точно? Точно просто. Ой, крипер случайно появился, Жека! Заряж... Иди поздоровайся, поздоровайся, Жека. Да, ну крипер... А, крипер... Ах ты... Ну, видишь, ты не умираешь, тебя даже молния не бьет. Да. Вся пустыня горит. Да, да, вообще, вообще не бьет, вообще не бьет. Там снег, в одной части пустыни снег, вот тут пустыня горит, нормально. Ни капель, хорошо. Никто не бьет, да. Но сейчас, Жека, сейчас. Что ты еще будешь со мной делать, давай, давай. Самый такой, самая банальная фигня. Просто ничего, ничего особенного, смотри, ничего особенного. Просто, типа, и все. Ну, ничего, ничего такого. А, ну смотри, смотри, типа. Подожди, это, Жека, небольшая черная дыра. Черная дыра! Тинтиран или что это такое? Это черная. Давай, давай, да, тинтиран! Это на самом деле черная дыра, которая со временем засосет просто весь мир. Я провалился! Ты бегай, давай, ты давай, бегай, бегай, не умирай, Жека! Да нет! Ты бегай, ты бегай! Да, Жека! Встань наверх, встань, наверх. А, хорошо, давай, давай! Давай, ты пехайся наверх, ты пехайся! Да куда ты летишь? Все, все, все нормально, все под контролем. Черная дыра, понимаешь? Черная дыра! Черная дыра, это вообще на самом деле. Она засосет все. Ты понимаешь, что если я эту хрень включу на карте троллинга, то она просто все засосет. Всю нашу карту. Поэтому. Но лучше не надо. Лучше не надо, но эти способы только я знаю, как их использовать. Ты еще не знаешь. Но на самом деле я сказал в начале серии, то есть то, что если мы набираем 15 тысяч лайков, то я ссылочку на эти команды и на эти способы оставлю в описании. И все смогут так троллить. Если они будут этим пользоваться, они уничтожат эту карту. Да, если подписчики будут этим пользоваться, они будут троллить всех подряд. А вот ты этого не знаешь, и вот ты меня троллить так не сможешь, Жека. Понимаешь? Ну, я тоже скачаю, когда там 15 тысяч лайков наберется, это же легко. Ну, посмотрим, посмотрим, наберется, не наберется. Ну хорошо, ты давай тут бегай в тинтиран, да, это тинтиран. Да. Ладно, давай, беги за мной, я пойду пока попрощаюсь. Ты там не опаздываешь? Не отстаешь? Да, да, да. Не отстаешь? Я там немножко умер, но давай, не, нормально. Ну, хорошо, пошли, пошли. Ну шо, мы, наверное, там уже будем заканчивать, только где. Жека! Ага. Ясно, ясно. Этот дебил опять куда-то убежал. Да, все понятно, все понятно. Опять свои писюны в воде настроил. Ага, я вижу то, что там его нет. Иди домой. Жека, ну ты дурак, а? Ты дурак, что ты тут делаешь? А почему машина в воде, у меня такой вопрос? А это нормально. Ага, машина это в воде. Это водная машина. Ты вообще как бы не знаешь, что может идти в воде. У тебя в воде машина. Да. А, то есть эта машина сразу же была вот тут в воде, да? Да. Пока я поехал. Ты подожди, ты подожди, ты подожди, ты меня тоже можешь подождать. Я сейчас тоже машину в воде найду. Машина в воде. Ламборгини, Ламборгини. В общем, ребята, как я уже вам сказал, ставьте огромные пальцы вверх на вот этот видос. Набираем 15 тысяч лайков. И я в описании выкладываю ссылочку на эти команды, чтобы вы также могли троллить своих друзей. Да. И что самое главное, ребята, не забывайте подписываться на Инстаграм. Первая же ссылочка в описании, да? Евгений, да, Евгений. С этим я согласен. Я не могу тебя догнать, твоя Ламборгини слишком быстро. У меня слишком быстро, слишком быстро. В общем, ребята, также подписывайтесь на наши каналы, нам будет очень приятно, ставьте лайки, а мы будем прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.